мы с вами изучали свойства криволинейного треугольника. И для того, чтобы найти формулу для его площади, нам нужна была формула для площади сферы. То есть мы тогда написали, что площадь сферы это 4πr квадрат, где π это отношение длины окружности к ее диаметру, а r это радиус сферы. Но мы это тогда совершенно не доказали. Поэтому очень интересно, почему такая формула верна. И объем шара. Он нам тоже, на самом деле, довольно часто нужен. Это вот что такое. 4 третьих πr куб. Давайте разбираться, почему эти две формулы верны. На самом деле, пройдет совсем небольшое время, и мы с вами сможем найти формулу не только для площади сферы, но и для такого ободка. То есть, представьте себе две параллельные плоскости. Оказывается, совершенно замечательное свойство сферы. Если вы проводите на некотором расстоянии две параллельные плоскости, которые обе пересекают сферу, цилиндр. То не цилиндр, там получается такая гнутая штука. Вот такой цилиндр. Да-да, что-то вроде цилиндра, что-то вроде такого кольца, да? Вот. Так вот, оказывается, что площадь не зависит от того, на каком уровне вы это проводите. То есть от радиуса сферы, конечно, зависит, от расстояния между плоскостями зависит, а вот в этом месте вы проведете или здесь, не зависит. Но для этого надо, проще всего знать интеграл, что такое. Мы это, разумеется, сделаем, и, разумеется, вы все это поймете. Пока, давайте сделаем так, пока выведем площадь для объема шара, так как это в свое время сделал Архимед, то есть, по сути, это все равно с интегралом. Но, тем не менее, так, слово интеграл, формально говоря, не прозвучит. И после того, как мы получим вот эту формулу, мы сможем сразу же получить формулу для площади сферы. Более того, на самом деле, это даже, пожалуй, посложнее, чем отсюда получить это. Поэтому давайте с этого и начнем. Представьте себе, что мы уже знаем объем шара. Что такое земная атмосфера, все понимают. Есть Земля, это 6400 километров, да? И есть несколько километров, говорят, 100 километров, это те, кто совсем разреженный воздух, все равно считают атмосферой. Но дальше, чем 100 километров, точно атмосферы нет. По-настоящему, уже если вы на 10 километров отниметесь, то известно, что там воздух очень разреженный. 10 километров нет, так и горы. Ну, хорошо. Самолет есть? Самолет вам есть? Да. Самолет есть. Так вот, докладываю, в самолетах герметичная система. В самолетах не летают с открытыми окнами. Ребята, честно. Моя мысль очень простая. У Земли есть атмосфера. Так вот представьте себе, что меня волнует не 100 километров, а какой-нибудь совсем небольшой слой. Например, вдоль земной поверхности возьмем на расстоянии метра. И тогда, понятное дело, получится шарик, объем которого чуть-чуть больше, чем объем планеты Земля. Согласны? Отлично. Представьте себе, что мы эту формулу знаем. Объем шара радиуса r. Представьте себе, что вот эта величина, это какая-то величина h, метр, а хотите сантиметр, а хотите миллиметр. Километр. Тогда, да, хотите километр. На самом деле, по сравнению с радиусом Земли, важно, чтобы h было маленькое, а потом мы с вами устремим h к нулю. Как же найти объем вот этого слоя, этой атмосферы? Ну, по-моему, очевидно, да? 4 третьих пи r плюс h в кубе минус 4 третьих пи r в кубе. Найти разность объемов очень легко. Для этого достаточно из объема большего шара
вычесть объем меньшего шара. Так? Так. Давайте это сделаем. 4 третьих пи, разумеется, я вынесу за скобку. А в скобке будет r куб плюс 3r квадрат h плюс 3rh квадрат плюс h куб минус r куб. Пока все понятно? Ну, r куб у нас исчезло. Что у нас с вами возникло? Тройка сокращается с тройкой, получается 4пи r квадрат h. Дальше 4пи r h квадрат и 4 третьих пи h куб. Так вот, господа, когда h становится все меньше, меньше и меньше, то вы должны понимать, что h квадрат становится гораздо быстрее и меньше. То есть, если, скажем, h это 1 миллионная, то h квадрат это даже не 1 миллиардная, а это единица, деленная на 1000 миллиардов. Согласны? Вообще, если мы с вами, скажем, хотим узнать, сколько воздуха там в метровом слое, известно же, как мы это делаем. Мы площадь умножаем на высоту воздуха, правильно? При этом вот это вот h квадрат, h куб, это, что называется, поправка на искривленность. То есть, если я беру какой-то плоский лист, не знаю, какую-то плоскую область, и провожу перпендикуляры длиной h, то объем равен произведению площади на длину этого перпендикуляра. Если я искривляю, то объем может чуть-чуть увеличиться. Вот насколько он увеличится, как раз и управляют вот эти два слагаемых. Но обратите внимание, чем меньше h, тем относительный вклад вот этих штук становится все меньше, меньше и меньше. При больших h, наоборот, вот это слагаемое главное. А при маленьких h главным вот является вот это слагаемое. А эти, как говорят, бесконечно малые, более высокого порядка. Поняли смысл? Что у нас получается? С точностью до вот этих вот двух слагаемых, это у нас должно быть произведение площади сферы на h. Ну и догадайтесь, чему равна площадь сферы. Согласны? Mm-hmm.